«Сделано в ветке». Да, эта программа «Сделана в ветке». В студии по-прежнему Николай Голиков, а в гостях у меня, как уж повелось в этой программе, историк, краевед, руководитель Музея авиационного госуниверситета Евгений Петунин. Жень, добрый день. Добрый день. Да, и хочется сказать Невзорову, здравствуйте, мы выгельвецы. Надо вам название красивое. Красивое придумать тебе не нравится уже, значит, эта студия просто. Хорошо. Мы продолжаем наше путешествие по волнам нашей памяти на нашей машине времени. И сегодня у нас на очереди 1984 год. Ну да, такой фундаментальный год, конечно. Да, заголовок знаменитой книги Оруэлла, да, 1984. Жизнь была не совсем по Оруэллу, конечно, не на 100%, но, тем не менее, многие оттуда элементы были внедрены в нашу жизнь. Ну, они просто были свойственны нашей жизни в то время. Такой анекдот года был, когда в 84-м году Сталин с Лениным Брежневу подходят на том свете и говорят: слушай, а у вас там в России-то дела, в СССР. А фиг его знает. Ну, зарю-то коммунизма хоть видно. Сейчас посмотрю. В общем, голову просовывает через тучи и смотрит. Не, там все черненько. Черненько, да. Мы вспомнили Константина Устиновича Черненко, который сменил Юрия Владимировича Андропова на посту генерального секретаря. Конечно, это, мне кажется, вот из всех наших генсеков самый такой непонятный, тусклый и недолговечный. То есть, когда вот мы год назад вспоминали про реформы Андропова, вот эти шмоны в банях, в кинотеатрах, то народ все равно чего-то ждал. Это было, ну, кто-то, ну, боялись вряд ли, там, кто-то надежды питал, кто-то там с интересом смотрел, но это была движуха, это было шевеление. Было движение, была надежда, опять же, у людей, что, ну, скажем так, наведется какой-то порядок, там, кому-то дадут по рукам, вернутся товары в магазины. Вот такая надежда была у людей, да. То есть были и плюсы, конечно, это, но с другой стороны, ну, Андропов всегда и фигура, ну, Брежнева, вот сейчас там не говорят, а это фигура планетарного масштаба и все предыдущие, а Чернен, он серая мышь аппаратная, он кадрами заведовал в ЦК, ну, по тем временам, вот поставил. Просто он... ты вспомнил анекдот, я другую быль, просто вот Василий Емшанов-старший мне рассказывал, когда ведь всех же детей, детям нужно было учить, да, что вот пришел у нас новый генеральный секретарь Константин Устинович Черненко, вот они это учили, а он преподавал литературу, и они изучали рассказ Константина Паустовского «Барсучье ухо». И вот прочитали этот рассказ, и Вася спрашивает, дети. Мы прослушали рассказ, прочитали рассказ «Барсучье ухо». Кто написал этот рассказ? Дети молчат. Он начинает подсказывать. Этот рассказ написал Константин, и дети так тихонько хором: Устинович Черненко. То есть выучили это слово. Но мне больше ничем эта эпоха, наверное, не запомнилась. Ничем. Ну, серая эпоха. Ну, кстати, вот я чем больше смотрю в ту эпоху, в 84-й, тем больше нахожу ассоциаций с сегодняшним днем, когда уже... В принципе, дряхлеющее правительство, когда уже никто ни во что не верил в аппарате власти. В идеалы не верили уже не только в аппарате, это уже брожение ушло вниз, да. Когда уже старались из властных структур куда-то там быстро перейти, пересочиться, когда снова началось вот это бахвальство и запреты, запреты, запреты на все. Вот. Хоть и недолго было правление... Константина Устиновича. Да, Черненко, то... Вот, например, в 84-м вдруг затеяли борьбу с рок-н-роллом и запреты. До того времени было лояльно. Мы же вспоминали, что когда даже были эти черные или получерные рынки винила, пластин и обмен, то, ну, смотрелись сквозь пальцы, а при Черненко вдруг вот началось, что в 84-м году вышло постановление Управления культуры города Москвы. Ну, это, конечно же, распространялось на всю страну. Вот, согласно ему, воспроизведение на дискотеках и в прочих общественных местах всемирно известных коллективов Madness, Sex Pistols, Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath, Alice Cooper, Who, Scorpions, даже Чингис Хан. Ну, Чингис Хан чуть ли не в первую очередь, он же там пел сюда про Москву. Блонди, Дебора Харри, Хулио Иглесиас. Ну, куда Хулио? Потому что из-за имени просто. Элвис Костелло, даже Майл Джексон, Дюран Дюран. Безобиднейший Род Стюарт, Ганимед, кто-то его помнит, Мил энд Ханни, Назарет, Депеш Мод, Виллидж Пипл и другие. 75 групп попали под запрет. Идеологическим, еще раз, идеологическим было запрещено. А эпоха была, вот мы говорили, что в Ирове это был пик
ну, если не меломания, то записи, появилась хорошая аппаратура, народ продвинутый писал уже хорошую музыку на Олимпы, слушали импортные пластинки, а народ попроще, ну, стали доступны кассетные магнитофоны, и вот уже в 84-м такой продвинутый типаж тинейджера сменился с волосатого парня в кляшах и с гитарой, наперевес сменился, в общем-то, на не очень волосатого. Ну и не под ноль постриженного, просто с аккуратной и симпатичной прической, да, с магнитофончиком. Там, джинсиках. Магнитофон типа электроники, стали доступны кассетники. Ну вот, меня поражает до сих пор, что убогий кассетный магнитофон, он стоил 160, 180, 200 рублей. То есть это средняя зарплата. У меня вот зарплата была 230, вот я мог один кассетный, очень скверного качества купить. Но тем не менее, все слушали уже. Цоя, уже «Машину времени», уже «Эмигрантов», уже... Да, уже «Эмигрантов», там, «Аквариум» уже появился «Аквариум», своим треугольником, да. Слушали ДДТ все, из Уфы уже объявился. И поэтому вот эта война с рок-н-роллом, с молодежью, она, в принципе, была провальной, и все, что было на идеологическом фронте в 84-м году. Но, с другой стороны, несколько видных рок-музыкантов посадили. Ну, Агузаровой были проблемы за... Искали статью, ну, конечно, не идеологическую, а... Ну, статью всегда давали какую-нибудь, да-да-да. Нетрудовые доходы, да, и все прочее. И кто сейчас помнит, Илью Кормильцева заставили публично покаяться, несколько групп разогнали, а интересно, вот недавно в прессе всплыло какой-то журналист вспоминал вот примерно эти же времена. И я там вроде чуть ли не один из самых передовых был, а ему носом ткнули в его статью, где он писал про Алису. Это что-то там. Алиса с косой челкой, вот где он сравнивал с фашистами. Все это все. Народ помнит, как бы там кто через по прошествии, сколько лет прошло, с 84-го, и себе что-то не порчил, все равно все осталось, и будут помнить всем. Ну, вот поэтому... С 84-го 35 лет прошло уже. Поэтому, в принципе, в 84-м году в обиход вошло слово, которое раньше было, но его знали, но не упоминали массово, а слово «совдепия», оно вот в 84-м году вошло в обиход молодежи, «совдепия». А потом уже к 86-му году, в принципе, вот оно было заменено словом «совок», «совок», который продолжается, и, в общем-то... Но это как раз говорит о том, что уже вот эти вот идеалы, они уже исчезли Константину совершенно. Да. Был. Вот он. Ну, человек, вот зачем ему было соглашаться? Болел, не мог ничего, говорить не мог, ходить не мог. Вот. Но он, по-моему, здоровый-то говорить не особо мастер был. Такой, на самом деле, был серый, тихий кардинал. Вот. Ну, и в конце этого года, насколько я помню, он все у нас покинул. Покинул, но он еще успел объявить бойкот Олимпийским играм. В 84-го года в Лос-Анджелесе успел в ответ на бойкот Олимпиады 80. Угу. Злопамятный был старик. Злопамятный старик был, да, 4 года прошло. Вот. Ну, это, да, последние пытались череды. Пытались какое-то жалкое подобие. Вот у меня почему ассоциации опять с 84-м и на наше время? Опять пытаются подобие Олимпиады свое провести. Вот посмотрите на Черненко, посмотрите на 84-й год и посмотрите все, чем это закончилось. Вот весь этот дутый патриотизм, собственные Олимпиады и все. Вот. Ну, конечно, Черненко не тянул на большого брата даже при большом приближении. Это было, вот как писали позже, была чахлая полумумия, которая даже заседание Политбюро проводила в больнице. Их идей Черненко не имел. Вот. А те спромты, которые он запускал, вот Олимпиада, музыка, это, в общем-то, били по идеологии, имиджу СССР сильнее, чем все передачи «Свободы», BBC и «Голос Америки». Ну, вот, в принципе... Ну, у нас, наверное, так относились, ну, в Ирове, ну, Черненко, ну, помер очередной, что там дальше. Да тогда уже эта шутка про абонемент на кремлевские похороны, она уже была расхожим местом, поэтому как бы все, мне кажется, никто не удивился, когда в конце года он скончался, то есть тому, что как бы, ну, было видно сразу, что это все равно вариант неподходящий для огромной страны.
все вот жили, все не гадали ведь, что дальше-то будет, а там закат империи. Ну вот, встречали Новый год 84-й. Конечно, было морозно, был снег, были холода. Была украшена театральная площадь большими, еще большими, еще снежными горками. По-моему, было в 84-м, но навстречу этого года игрушка, то есть верхом на коне или на радуге, такой дымовский мужичок был. Вот. Дефицит слова было всеобъемлющим. На Новый год, конечно, доставали все, что могли. Традиционное блюдо пельмени, которое большей частью делали дома. Делали сами, на балконе замораживали, они лежали там, когда в морозные зимы были. Если продавались, то... Нет, то, что продавалось, они были довольно невкусные, да, в пачках. Такой клейстер был. А так вот выдавались... У меня где-то в этом году, плюс-минус, мой племянник, который меня моложе, он женился, а дядя, он работал в том доме, где у нас сейчас музей, ВИАДГУ, это инженеринг, бывший дом политпросвета. Дом политпросвета, да. Естественно, выдавали поё. И в 84-м году, так считалось, ну, непростая свадьба, ну, хоть и на квартире, но сосиски. Да. Банальные сосиски. Сосиски — это было праздничное блюдо. Не было в продаже. Вот, кто не представляет сейчас, вот, ну, кругом сосиски, ну, качество оставляет желать лучшего, но в 84-м это... Я же прекрасно помню, я же в эти годы был таким, как тебе сказать, свадебным музыкантом, то есть постоянно вот эти накрытые столы наблюдал, и вот когда люди гуляли богатые, подавали сосиски. Сосиски, да. Вот да. Это считалось, что свадьба... То есть вот оцените уровень крутизны, с одной стороны, хорошая аппаратура, вот эти огромные сетные японские магнитолы, магнитофоны Олимп, хорошие проигрыватели и сосиски, венец. Как деликатес, творения, как деликатес, да. Да, мечтание и все. Ну, ляп года. Немного мы из Ирова сейчас пробежимся вокруг земного шара. И посмотрим. Президент Рейган, вот я постучу, проверял, видимо, так же, вот пальцем стучал по микрофону, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, то есть на все США. Да, не буду, я хотел этот Брежнев. Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через 5 минут. То есть он так проверял качество звука. Да. Паника была. Паника, конечно, была безумная, да. Предыдущая паника была, когда, по-моему, в 30-е годы, когда запустили по радио трансляцию Уэллса. Да, «Война миров» тоже была паника. Вся Америка бросилась его. Все думали, что это его, да, передача ведет прямая трансляция с места событий. Так что да. Да, ну вот про Олимпийские игры мы уже вспомнили. Они проходили в Лос-Анджелесе с 28 июня по 12. Бойкотировали все союзники СССР, кроме Румынии, Ирана и Ливии. Вот. Ну, это тоже, наверное, союзники были, но они не стали. В общем, у нас освещали, все равно, что по телевизору смотрели, я помню. Ну, это что-то особо не запомнилось, но, наверное, что-то было. Вот интересный факт, что год назад СПИД появился, мы об этом говорили, но, видимо, это оказалась столь массовая эпидемия СПИДа, что в Сан-Франциско закрывались бани для уменьшения риска заболевания СПИДом. Ну, тоже была своего рода паника, потому что болезнь шла, болезнь наступала, а что с ней делать, никто не понимал. Еще не было этого понимания. На гребне волны Майкл Джексон получил 8 премий Грэмми. Да. Лунный поход уже еще с того года все перенимали, вот поэтому ходили с магнитофонами и слушали Джексона, Милли Джин. Милли Джин, да. А Чернен запрещал, вот гад какой, запрещал Майкл Джексон. Польские студенты устроили сидячую забастовку в колледже Станислава Сташика, требуя вновь установить распятие в аудиториях. Не забывай, что Папа Римский в то время был поляк, да. Он имел большое сильное влияние, в том числе на жителей Польши, и это, да, вот, ну, у вот них совпадало вот это религиозное движение с антикоммунистическим. Я что-то припоминаю, в России, если и были это студенческие протесты, то они, по-моему, нет, наоборот, у нас там, религиозного характера не имели, да. Эти распятия из учебных заведений не вносили. Ну вот, под сомнение поставили, наконец-то, в 84-м году теорию эволюции Дарвина, и стали
преподавать ее в ряде мировых вузов. Всего лишь одну из теории, они неоспоримы. Факт. Ну, и, конечно, вот не поверите, и мы старые, и, а тем более, ой, Шварценеггер, вот в 84-м ведь была снята первая часть «Терминатора». И сейчас ведь старикан снялся в продолжении, уже «Терминатор» на пенсии. «Терминатор» на пенсии. И он будет напоминать железного дровосека, вот, который под дождем постоял, и заржавевшие суставы. В 84-м году вышел «Терминатор», но, видишь, мало кто из нас его тогда смог посмотреть. Я точно не смог. Только читал критические статьи о том, что вот там культ насилия опять, там секса и всего прочего. Ну, то, в чем всегда обвиняли западное кино. В Москве прошли игры дружбы, альтернативы, олимпиады. Ну, кто сейчас помнит? Нет, их как раз никто не помнит. Да, вот так. И сейчас, если сделают альтернативу, ну, пусть утешатся. В СССР провели школьную реформу в 84-м. Вместо 10 стали учить 11 лет. А не знаю почему, это же тоже было еще СССР, Эстония, Латвия и Литва до 12 лет. Но... Не будем говорить о менталитете, но, видимо, лишний год в Прибалтике на учебу потребовался. Видишь, в том дело, что как бы при всем том Советский Союз был федеративным устройством, где республики имели свои конституции, имели свои там парламенты и все прочее. Понятно, что была формальность, но иногда в некоторых незначимых вопросах допускалось разночтение в законодательстве. Это ни о чем не говорящее, ну пусть они учатся 12. А интересно, вот почему... В 84-м году, кстати, объявили 1 сентября праздничным днем. Сейчас такого класса нету. 8-9... В смысле? Через год перескакивали. Нет, сейчас уже не перескакивали. Нету, это был переходный, когда период, там перескакивали просто через один год. Сейчас нет, сейчас они сплошняком учатся 11 лет. Тарковский заявил, что остается на Западе, вот в Милане был и решил остаться. Фильмы, конечно, моментально слетели с проката. Ну, и кроме этого, конечно, опять же, на слуху был Сахаров академик. Вот его не отпускали за границу, чтобы сделать операцию, и он начал очередную голодовку. А космонавт, вот женщина, Светлана Савицкая, первой вышла в открытый космос. Ну, первая из женщин, конечно, еще... Удивительное явление года, что через Московскую, Калининскую, ну, это Тверская раньше называлась, кто забыл, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую области и немного задев север нашей области, прошли смерчи. Прямо этот штат Арканзас у нас страна. Ну вот сейчас понимаешь, сейчас смерчи стали уже более-менее привычными. Каждый год у нас день смерч происходит. Но я тоже, у меня было какое-то смутное воспоминание, что это уже не первый раз. Вот я сейчас как бы убедился в том, что... Ну, бывает, и бывает, но тогда очень массово все это прошло. Вот. Сейчас они уже как бы немножко привыкли, что выходит человек там где-нибудь в белой холунице в свой двор, а у него это... Теплица уже у соседа. Перенес ее немножко там смерч. Нормально как бы происходит. Ну и в 84-м АвтоВАЗ прекратил выпуск «Копейки». «Копейки» скончалась в 84-м. Сейчас вот не часто, честно говоря, я вижу. И так они выпустили сразу... недавно в честь юбилея очередного, выпустили партию таких копеечек. Я одну из них видел. Она вся очень глянцевая, вся очень блестящая. Она, конечно, формально похожа, но сразу видно, что это такое. Что... Да. Ну еще 11-е, 13-е, но тем не менее. Ну и начали в 84-м выпускать ВАЗ-2108. Который был тут же прозван Зубилом. На улице оглядывались, это я помню, что за не... иномарок не было, все же привыкли, там, ну, там, Эпей, и там, шестерки, и четверки. Да, те же москвичи, там, неважно, о, Волги, все, да. Машина, действительно, неужели наша, там, я в Москве увидел первый раз. Вот, назвали Зубила, и, в принципе, считалась сыровой машиной, вот, не понимали, почему между... ветровым стеклом и капотом такая щель большая. Там же, наоборот, для обдува стекла вот, теплым воздухом, чтобы не обледеневало. Ну, зачем сырая? Я помню, что один известный писатель в Кирове, вот он отстоял свою очередь за автомобилем. Скажу, Владимир Арсентьевич Ситников. Вот и он, выбор был восьмерку, но предпочел эту классическую шестерку. Ему все посоветовали, что не надо, она не рискует, да. Вот такое Зубило. Ну, а вообще вот это все было недоступно.
для простого народа также были огромные очереди на автомобили, хотя вроде москвичи и Нивы начали продавать в кредит. А основной источник в 1984 году автомобилей это был, была база спорткультурга в Дурнях, то есть в поселке Новом. Туда свозили раз в год запорожцы. Запорожцы, которые выдавались инвалидам, которые знали, что им через это лет, через 3 там, или 5 лет их поменяют на другой, они гнобили нещадно. Они снимали перед сдачей все, что можно, все, что есть там стоящие, карбюраторы там, да, даже, ну, в общем, коробки передач там, все, все, что могли. И сдавали, вот, и потом эти запорожцы свозили на базу в Дурни. Это все особо не афишировалось, но народ узнавал всеми правдами и неправдами. Вот, за Олимпами кондиции стояли ночь до утра, за мебелью стояли, за кухонными гарнитурами. Я однажды участвовал, я уже вспоминал. Также вот с ночи выстраивалась огромная очередь. Стоили они в зависимости от паршивости, то есть от состояния, от 200 до 600 рублей. Конечно, кто врывался первыми, они могли своим ходом уехать на 600-рублевом запорожце. Последние на веревке тащили вот эти руины. Вот люди счастливы были, что им это досталось, эти ушастые запорожцы. И отпуск брали специально в город Запорожье. Особенно вот было хорошо, кто служил в погонах. Вот, где дорога за счет государства. Дорога бесплатная. Да. И в счет отпуска не входит. И все удивляют, что ты в Запорожье? Да я за запчастями. Я там же в Запорожье. Вот, и что у Минска в этого мотовелозавода ходили люди, которые так откидывали полу там полу плаща. Полу, да, и в плаще там, все висели запчасти, вплоть до глушителя. Что по запорожцу? Вот, я помню, что это и времена были. Ну, а что в Ирове? В Ирове у нас... Прошел первый фестиваль авторской песни в 1984 году. Ну, прошел он еще в Осмос, но, тем не менее, почин был хороший. Все это очень понравилось, все это набирало обороты. И поэтому, ну, позднее, с 1987 года, по инициативе Ировского горкома комсомола, местом проведения фестиваля стал Берег и Быстрица. Вот все это очень трансформировалось. Я помню первые фестивали, когда мы даже на плоту туда приплыли, а сейчас, ну, шоу и шоу, ну, хороший фестиваль там, в принципе. А вот начало было в 1984 году. Ну, вот, не поверите, библиотека Пушкина, которая кажется сегодня вечной, вот в этом большом доме на улице Преображенской, вот она только в 1984 году. Это был страшный долгострой. Вот этот дом, по-моему, начинали строить чуть ли не в 1977-м, или вот как-то его с лет он был за забором, а тут достроили. В 1984 году библиотека Пушкина заехала в новое здание на улице Энгельса. Сейчас там, конечно, уже не те времена, а уже их массовых посетителей нет, нет, но она хорошо работающая библиотека, там есть читатели, но, тем всегда не менее, заходишь, живет, там всегда живет, живет, да, хорошо, прекрасно. Свои функции выполняет. Ну, 84, вот год назад я говорил, видимо, страна ударилась там в борьбу с нетрудовыми доходами там, и т.д. Ничего не было в Ирове, ничего, в принципе, эпохального не было построено там. Да, ну, а в 84-м то уже все-таки, хоть и черненько, но шевелились, была сдана в эксплуатацию первая очередь очистных сооружений мощностью 208 тысяч кубометров в сутки. По этому поводу, да, нет, это позднее была статья «Любимый город может спать спокойно». Только в слове «спать» вторая буква была поменена на другую, что более отражало истину по очистным сооружением. Ну, в 1984 году утвержден план газификации Ировской области. Вот я, интересно бы посмотреть этот план. Я думаю, до сих пор он... Нет, я думаю, что он не выполнен до сих пор. Но тогда не было их безбожных расценок, что вот протянут это газопровод, а до дома 5 метров, это еще почти миллион надо заплатить. Не каждый, поэтому... Ну, тогда, даже... видишь, программа газификации, она же шла не за счет там коммерческих структур, она шла за счет государства, поэтому она сколько успели, они выполнили, а все остальное вот растянулось на долгие десятилетия. Даже вот в Порошино, я смотрю, там проведен газ в отдельные дома, в некоторых просто эта труба торчит и заглушена, потому что не могут заплатить, чтобы подвести в дом. К тому же
Ну, ну не было у газовиков уже, видимо, это их безбожных расценок, чтобы... Нет, там, конечно, нет, они... За любую справку. В 84-м открыт санаторий и профилактория завода Лепсия. Митина. Вот. А то сейчас помнят, что это завода Лепсия был. Ну, я-то помню еще. И меня до сих пор это немножко сбивает, хотя сейчас это совершенно отдельное акционерное общество, так сказать, само по себе. Хороший был очень современный санаторий. Вот на фоне вот того, что уже работало, на самом деле. Ну, новое веяние моды в 84-м году. После перерыва, Жень, сейчас надо прерваться на полторы минуты. Ага. «Сделано в Вятке». Продолжаем программу «Сделано в Вятке». В студии Николай Голиков и Евгений Петунин. Мы сегодня путешествуем по 1984 году. Остановились, как всегда, на самом интересном. Да, Женя успел сказать слово «мода». Да. Не, мода подождет. Вот я давно хотел рассказать. Вот такое эпохальное явление было, которое набрало обороты, там, можно сказать, на пике было у нас в городе. Это появились дикие группировки мотоциклистов. То есть их байкерами еще никто не называл. Нет, это, по-моему, слово «рокер» было чаще. Рокеры, да. Это, не знаю, вот ушло само по себе, но и идеологии-то не было. Байкерской. Вот эти рокеры, они, кто помнит, гоняли на мотоциклах с безумно загнутыми вверх этими сиденьями приподнятыми. Угу. Вот так. Эти мотоциклы, они, естественно, не проходили ни техосмотры, ничего. Вот убирали подножки. И группировки назывались, вот я сейчас все не помню, но была «Дикая дивизия». Вот, и же с ними, и же название. Рисовали даже свои логотипы. Рисовали на стенах, да. И вот эти рокерские банды, они были до нескольких десятков человек. Вот они выезжали с пустыми глушителями, со страшным ревом. Поэтому всегда вот я выходил на балкон, когда по проспекту ехала толпа человек. 20, иногда 30, они могли взять таксистов, коробочку, вот, бешенство этих таксистов сопровождали, могли ехать стоя на сиденье, а убирали еще под нож, и, видимо, тоже писк был. И почему-то часть любила ездить вообще в домашних тапочках войлочных. И вот они ставили ноги просто на боковины двигателя без подножек. Вот, вот бились нещадно. Травмбольница, она никогда не пустовала, то есть этих рокеров там всегда было... куча. Ну, а так вот, по большому счету, они были безвредны, вреда больше себе причиняли. Я помню, что тоже иду по улице Воровского, угол с Карла Маркса, и вот ява загнутая стоит на красном свете, и спереди сидит за рулем один рокер, а сзади весь загипсован, рука, нога, там, голова забинтована, и он этим костылем опирается об асфальт. Поехали, костыль под мышку, и все. Ну, вот первые эти рокеры, конечно, они первые пересели на машины, но там была своя культура. Вот, например, опасно было оставлять москвичи на улицах во времена вот этого движения, потому что писк был ставить на мотоцикл вот эту вот прямоугольную фару от москвича, поэтому снимали с москвича. Снимали. Ну, снимали все. Снимали, конечно, аккумуляторы, дворни, и там колеса свинчивали. Это было в 84-м и позднее в порядке вещей, но вот именно то, что рокеры свинчивали вот фары с москвичей, ездили, вот интересно, такой... Надо хотя бы один мотоцикл иметь в музее, вот именно рокерс из 80-х. С я такой думаю, фарой. Я найду вот загнутую, я вот такой без подножия. Вот, вот. Ну и, в общем-то, кроме рокеров, в 84-м появились первые игроманы. А во что они играли? Я даже не могу себе представить. Появились первые однорукие бандиты и прочие игровые автоматы. Самые первые были установлены в фойе кинотеатра «Смена». Это еще были советские игровые автоматы. Вот, посещаемость кинотеатра резко возросла. Там, почему? Потому что даже взрослые отцы начали уговаривать своих детей сходить в кино. А потом говорят, ну, ты, в общем, иди, ты смотри. Ты иди смотри фильм, да, я пока поиграю. Да, я тут поиграю, и поэтому резались.
Ну, по нынешним временам, конечно, они были интересные, но очень примитивные. Но шедевры советского игропрома, советского насилия почему-то ярко выраженный милитарист и характер. Это был там снайпер, морской бой, там воздушный бой, вот что-то такое, видимо, для азарта. Ну, кто помнит, кто не помнит, я расскажу, эти были такие почти полтора метра высотой такие тумбочки. Вот, морской бой была имитация перископа и две ручки типа мотоциклетного руля с кнопочкой. И вот смотришь в этот перископ, и там ползут из чего-то. Никакой электроники. Это была понятно, механика. Примитивная механика. Да. Какой-то примитивный звук на чем-то записан. И вот типа по Серому морю корабли-то. И один за другим зловеще так перед тобой идут они справа налево. И ты нажимаешь на кнопочку, и торпеда, такой пунктирчик по этому морю, где-то там раз попал, такой приглушенный взрыв. Это вся эскадра разворачивается и плывет в другую сторону. У тебя бал какой-то. Вот. Ну, да, снайпер. Но взрыв такой был, что слышно было рядом стоящим, поэтому они все переживали бурно. О, попал. Там не можешь там попасть, дай мне там, особенно если пацаны там где-то. Ну, еще был снайпер там. Было перед этим игровым автоматом вделано ружье духовое, переделанное, ну, похожее на духовое, только стреляло пучком света. Вот, можно было попасть, либо там, типа, враги там ползали, а иногда еще игра называлась «Удачный выстрел», там летали птички, надо было попасть. Это еще до этих, до Дэнди, вот там никуда. Еще была игра «Воздушный бой», такой примитивный симулятор полета. Ну, я думаю, они так назывались, да, не из какой-то кровожадности, а просто люди, которые их придумали. Ну, самый вредоносный. Не было другого шанса, только вот как бы такую патриотику придать, что мы готовимся к войне, там, мы там готовы морской бой и все прочее, прочее. Под эту дудку они вот эту игру сделали. Это еще были, и ладно, больше эти детские, но самый вредоносный был это копия однорукого бандита. Это был, ну, внешне вот невинный, там, три полоски оранжевых, на которых надо было собрать, чтобы три вишен и три яблочка, там, три зайчика или грибочка. Это были вот на шкафчик в детсаду. Вот, да. Вот это же примерно такие же рисунки. И вот люди, разменяв по 15 копеек, вот набивали полные карманы мелочи, они умудрялись вот на таком автомате продуть целую зарплату. Вот это, видимо, не было и иммунитета. Какой-то вот вылетело из головы, это называется игромания. Научная. Лудомания. Да-да, первые лудоманы, они потом, видимо, перешли в салоны, но продували целую зарплату, приходили. И даже приходили дедушки, бабушки, там, жены, и уговаривали, чтобы не пускайте вот такого, не пущу вот. Просто приходили вот и мужики говорили: ну, мы билет в кино не будем покупать, мы просто вот в фойе тут. И зомби часами тыкали в эти кнопки, совмещая эти вишен, и да, продували зарплату. Удивительно, удивительно. Я просто не помню, Жень, таких вещей. Как-то это вот мимо прошло. Может быть, может, вот и хорошо, что мимо прошло, а то поди тоже заразился. Да, вот были зомбированы первые лудоманы, и, в принципе, потом все больше становилось, и автоматы были вот возле Ленинской администрации на Воровского, там целый зал уже был, еще советский. И вот интересно, сейчас кто получал прибыль, ну, наверное, администрация. Ну, наверное, там же было, может, потом управление культуры, может, еще что-то там, смотря кто был. И назначен за этот досуг или управление какое-нибудь молодежное. Коллекционирование, и я думаю, что вот в музее неплохо бы такой работающий морской бой, да, чтобы... Только где сейчас взять 15-копеечные монетки? Они были в музее СССР, который уехал в Сочи из Кирова, потому что тут никому, видимо, не нужен стал. И вот там были автоматы. Мне очень было интересно вспомнить. Ну, в принципе, вот так жил народ по инерции. В 84-м не думал, не гадал, что ждет. Выходили фильмы хорошие, смотрели. Появились, ну, вот до Ирова еще не дошли, но, в принципе, в 84-м году был разработан шедевр нашего
видеомагнитофоностроения, точнее, местной электроники, и назывался электроник ВМ-12. Это первый бытовой советский видеомагнитофон. Видеомагнитофон. Да. Вот, в основном, конечно, они продавались еще в Москве. До Ирова дошли первые, и первые были даже, да, но это позднее, это уже при Горбачеве, когда открылись эти кооперативные все там салоны, то там были. Но вот электроник ВМ-12, даже спрос был такой больше, чем на убитые запорожцы в наших дурнях, потому что даже в Москве, то из Ирова ездил, продвинутые ребята ездили с целью там, ну, может, хоть в Москве удастся что-то купить. Ну, вот те же явы покупали же в Москве, ну, там да, что-то да, я в Москву ездили. На дверях магазина электроника в Москве в 1984 году висело объявление: запись на покупку видеомагнитофона ВМ-12 по льготной очереди для ветеранов Великой Отечественной войны на 1986 год прекращена. Это было в 1984-м. Да, на 86-й записывали в очередь. Жень, у нас время немножко подходит к концу. Но вот тем не менее начиналось. Мы про него расскажем, давай уже в 85-м году. Тем более ты... Стоил он 1280 рублей. Ты уже упомянул. Тем не менее. А уже дальше будут смотреть «Рэмбо», «Терминатора», слушать Джексона и прочих. Но это все будет... Ты просто упомянул, да, уже фамилию Горбачева. Горбачев в конце 84-го года был избран генеральным секретарем. Да. Вот. И начнется новая эпоха. Да, и вот уже где-то вот после какого-то буквально месяца другого затишья начнет активно, так сказать, появляться, активно что-то делать. Но мы об этом уже и будем пользуясь говорить. Моментом, поздравляю всех наших слушателей с наступающим. Не только наступающим нашей передачи 85-м годом, но и с наступающим 2020 годом, да, так, безусловно. Что отмечаете, жизнь идет, и вспоминайте прежние годы, ведь много было всего хорошего, и в те времена... Да, надеюсь, много еще. Я думаю, что много хорошего еще и будет тоже, невзирая на обстоятельства. Да. Спасибо, Евгений. Сделано в Ветке.